Елбасы поставил задачу для улучшения внутрирегиональной мобильности увеличить финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог. К этой работе уже приступили. Области выделяются дополнительные средства. Об этом сообщил побывавший с рабочей поездкой в северных районах председатель комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Асет Асавбаев. После тапсырманын аясында министрлик республикалык бюджеттен кошумча 2,8 миллиард. В рамках этого поручения министерство сейчас рассматривает возможность выделения из республиканского бюджета дополнительно 2,8 миллиардов тенге. Это все намного повысит качество дорог области, даст возможность открытия новых рабочих мест, импульс увеличению транспортного сообщения и перевозок. Помимо этой дополнительной суммы на ремонт автомобильных дорог области предусмотрено 7,5 миллиардов тенге. Большая часть этой суммы будет направлена в Аральский и Казалинский районы, потому как аулы в северных районах расположены на далеком расстоянии, что усложняет транспортное сообщение. Благодаря совместной работе с Министерством по инвестициям и развитию в этом году будет заасфальтировано 27 километров дорог до Токабая. В этом году будет выделен первый транш на ремонт дороги от Токабая до Абая. Остальная сумма будет выделена в 2019 году. На встрече в Казалинском районе население обратило внимание, что у перевозчиков по маршрутам Алматы, Астана, Ахтубе во многих случаях нет лицензии на перевозку пассажиров. В части автобусных сообщений в Алматы и Актобе есть факты перевозки без лицензии. Надо отметить, что в этом году мы запланировали внести изменения в соответствующий закон. Согласно нему, инспекции транспортного контроля будут даны полномочия контроля. Сейчас этим занимается Министерство внутренних дел, поэтому будет жесткий контроль. Галымжан Жумназар, Акымжан Жултаев, Ахан Алиев, Досан Сатпай, телеканал Кызылорда.